Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» в этом году проводится с августа по октябрь. Мероприятие включает в себя общественно полезные события, в первую очередь субботники. Именно поэтому фестиваль получил неофициальное народное название «Полезный праздник». Десногорск, как обычно, не остался в стороне. У нас проходит субботник волонтерский, где мы убираем площадку, которая, в принципе, захламлена уже давно. Здесь куча осколков, люди не следят, не хотят делать так, чтобы это было приемлемо для жизни, чтобы дети играли, чтобы приносить травмоопасно. Вот мы решили это убрать, все. Свою лепту в общероссийскую акцию привнесли активисты волонтерской организации ОСА. Ребята и девчонки вооружились метлами и принялись за уборку площадки в 6-м микрорайоне. Участвовать в экологических акциях – это очень важное и нужное дело для нашего города, потому что мы творим благо не только для нашего общества, но и для природы тоже. Волонтеры Десногорска напомнили, что одно большое доброе дело часто состоит из множества маленьких, таких, как этот субботник. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.